слишком душно. Так, все спят? Дон может указать себя. Мафия. И начинаем с игрока под номером один, Юра Флэш. РП, не знаю, как ты провел лето? Давай. Для нас это самое интересное, РП. Я провел лето замечательно, спасибо большое. Я стримлю Мафию 2 месяца по примерно 240 часов в месяц. Господа, я желаю сильнейшей команде победы. Я никогда не желаю победы мирному городу, потому что сильные должны быть там, а слабые должны быть там. Это, в принципе, суть нашего мира всегда. По поводу правил, помните об этом, то, что когда человек умирает ночью, он говорит 30 секунд. Раз, балагана общего у нас нет. Два, и выставленные игроки не говорят. Три. Если любые другие правила, Ванек, например, тебе покажутся там другими, такими, неправильно. Я за игру в любую мафию. Но я хочу, чтобы винрейт мафии был выше. Потому что мне кажется, она выигрывает мало, и вы не имеете права со мной не согласиться. Мафия выигрывает мало, я хочу, чтобы был баланс. Только для этого я ратую за то, чтобы правила были таковыми. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 2. Пожалуйста, Саша. Мне кажется, уже все правила поняли. Летом, как говорится, я играл онлайн-турниры, так как у нас карантинчик. И ничем таким не занимался. Раз 10 уже зашел с вами на мафию. Что хочу сказать. Ну, номер один, мне кажется, поговорил более по-черному. Мне кажется, мы уже обсудили эти правила. И зачем опять о них говорить? Все-таки можно было вычислить. Постараться как-то эмоционально хотя бы найти кого-то. Буду смотреть по столу, спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером... А, мы можем выставлять сейчас, правда? За нулевку чуть не можно. Да, можно. Как это? Мы можем, да. Можно выставлять, но обычно выставляют 1-2, они говорят в конце, потом перед голосами, очень важно. Игрок под номером 3. Ваша минута. Ну, в общем, мне непонятно, почему, конечно, двойка сказала, что единица прям сказала на черного. У нее речь была серая. То есть у нее она была как бы и...
в сторону и красную, и в сторону черную. Да, я согласен, Юра постоянно повторяет правила, но это не очерняет его. Вот. Двойка, он так яростно затопил, я не думаю, что так жестко будут играть именно на черном и будет сразу же топить единицу. Поэтому для меня двойка красная, скорее всего, а Юра для меня серый. Вот. Я сам красный игрок, я хочу вернуться еще к предыдущей игре. То есть я предлагаю все-таки так особо много не флудить, потому что это очень сказывается и на чатах, и на всем. И потом, типа, где-то, ну, типа, все друг друга хуесосят, типа, аудитория это воспринимает частично, ну, насчет каждого своего любимого стримера, идет вот этот тоталитарный деф, то есть, типа, ну вот, и получается, ну, короче, не очень прикольно. Вот, это и в силу того можно, типа, ну, минус моральницу, в принципе, как, собственно, я и сделал. Вот, поэтому всем большое спасибо. Пас. Спасибо большое. Игрок под номером 4, Иван. И этот элитарный Девкста. Жилой. Не, первый серо поговорил, неплохо, но серо. Второй, я уверен, что он красный, на черный был так нагло бы не втопил в первого. Вот, поэтому красный. То, что Фил это подметил, черным игрокам нет смысла мирить. Если, допустим, двоечка красный втопил в кого-то из своих команд, или там еще в кого-то красный, нет смысла сразу мирить. Вот, все. Поэтому я считаю, что в верхнем ряду, если мафия есть, то это как минимум одна, максимум, точнее, одна. Двоечка, я бы так не сказал, я не думаю, что он черный. Че? 3-1 может быть. 3-1 может быть? Ну, сомневаюсь я, что Фил черный может быть. Не знаю, мне кажется, они ближе к красному. То есть, если подозрительно, то единичка самая подозрительная. Я игрок красный. Спасибо, удачи. Спасибо большое. Игрок под номером 5. Ваш. Так, Ваня никого в команду не взял. Ну смотри, Вань, почему... короче, нужна... Смотрите, ребят, мы, если проверить тройку либо единицу, мне кажется, это один цвет будет. 1 и 3. Один цвет. Если, соответственно, он... Ну, блядь, если Фил красный... Единичка может быть черная. Но если Фил черный, то единичка 100% черная. Двоечка красная сидит. Я беру в команду, как и Ваню четверочку возьму в команду. Ну, то есть да, двойка действительно втопил в единичку и, ну, единичка мне не понравилась. То есть по правилам все отлично сказал, а вот по эмоционалу не понравилось. А тройка захотел защитить единичку, поэтому я их рисую в один цвет. То есть, если тройка красная, то единичка может быть черная. Но если тройка черная, то единичка тоже черная. Спасибо, Пас. Я его не защищаю. Что ты несешь, блядь? Игрок по номеру 6. Максимально не понравилась речь Камика, наверное, самая странная. Скажу по поводу 1, да. Эта серая речь, довольно повторить правила, но почему бы и нет, как мы играем первый раз, вот некоторые люди, и чтобы мы не ошибались, это, короче, норм, это более-менее серая. Симпл втопил, хуй его знает, но, в принципе, ему там навтыкали, поэтому в плане баланса всего норм. Третьим, Филу хочу сказать одну такую речь. Я тебе объясню, почему ты хорошо видишь черные ошибки у черных, когда ты играешь за черного, потому что ты знаешь, что они черные, понимаешь, в этом-то фишка. Ты можешь заметить любую ошибку, когда ты понимаешь, что они 100% черные, ты легко это можешь доказать. А когда ты говоришь тоже про вижу ошибки, как нет, я доел до красных. Нет, ты видел меня, когда ты я на кружок горел. Ты не можешь идеально говорить. Давайте потом расскажет. Да, я просто говорю. Третья позиция нормальная, то, что он сказал про второго и первого, мне тоже понравилось. Четвертая тоже позиция, более-менее поиграю 3-4. Не знаю, поиграют они со мной или нет. 5 для меня самый странный. То есть, ну, типа, прям вообще просто отойду от него, фу. Ну, то есть, пиздец. Как он видит 100% одноцвет 1 и 3, я не понимаю. Как в прошлой игре. Спасибо большое. Игрок под номером 7. Ваша минута. Итак, здравствуйте. Абсолютно очевидно, очень странный вброс пятерки. Юра посидит, и двоечка тоже посидит. Мне все-таки кажется, шериф, стоит проверить игрока под номером 5, для того, чтобы не сомневаться. Потому что игрок номер 5, если вы не хотите, чтобы вас проверяли, то, пожалуйста, несите хуйни. По нулевому столу рассказывать, что одноцвет 1 и 3. Что? Откуда? Вы по космосу играете? Аналитики не произошло. Что это такое? И это заметил шестерка. Взялся в команду 3-4. У меня очень хорошая команда высвечивается. Вот сейчас я вижу, да, но, ребята, это не факт, что она так останется на следующий шаг. Я сейчас очень много смотрю и охуеваю. Просто охуеваю. Как нам дальше играть? Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 8.
наш. Всем привет, Сулета, кайфовал, жарил шашлыки и женщин. Ну, значит, как что может рисоваться, что мы вместе, что я за дефол? В команду сразу же беру, охуеть. Шестого сразу беру просто автоматом, потому что вот сейчас видна, просто вот видна вовлеченность. Много говорит, ля-ля, по-пом, па-пам-пам, играем. Не могу поверить, что Фил Мафия, ну не пиздите, ну нет. Вот Камик, как всегда, блядь, бешеная аналитика, непонятно откуда, блядь, я всегда охуеваю, когда начинаешь говорить, поэтому, в принципе, ничего странного для него в этом нет. Но вот этот вот отказ, блядь, не надо меня проверять и прочее, ну, чуть-чуть нет-нет, да, ну, подозрение навевает. Юра слишком кайфует, единичка слишком закайфовал, он как кот, которому, блядь, дали сметану, блядь. Такое ощущение, что у него черная карта, и он, сука, от этого кайфует, понимая, что у него партнеры по черной команде довольно-таки сильные, блядь. Но это пока что... Бля, на мирном очень тяжело играть. Ну, как бы, ну, типа, ничем, тяжело играть, когда не помогают мирные, когда путают. Вот, всем спасибо, всем хорошо играть. Типа, кто меня смотрит, жопа именно горит с этого, ну, очень часто. Игрок под номером 9, весна, ваша. Доброе утро, город. А вот я сейчас с восьмого, вот я все игры его не подозревала. Я сейчас, так, я думаю, выставлять никого не будем, потому что сейчас в любом случае может быть слом. Не будем рисковать сейчас, чтобы случайно не увести. Мы сейчас только пробуем на 10 человек, поэтому не надо. У меня восьмой сейчас очень сильно проснулся, и он говорил, что я ни с кем не играю и так далее. Сейчас у него манера речи изменилась. И вообще, в принципе, как говорит, пока у меня восьмой самый серый, ближе к черному пока по речам. Хотя вроде он эмоционально пытается, но, возможно, он включился, ему показали черным ночью, что надо как бы проснуться и что-то говорить, а не сидеть просто без позиции, потому что он всегда рисуется черным. Вот, у нас получается пятый, я думаю, проверка пятого. А что нам даст проверка пятого? У нас даст, что третий черный? Что даст проверка пятого? Да, у меня вышел пятый по позиции черный. Ну что даст проверка? Откуда, блядь? Мне кажется, нужно проверять. У нас 1-2 непонятно все равно. У нас 1-2 все равно рисует. У нас между 1-2 надо проверять. Я считаю, что там есть все равно какой-то разноцвет. Думаю, там даст что-то проверка. Мы уже будем тогда плясать от речи. Тогда уже 3-4 будет более-менее понятно. И пятерка. Спасибо большое. Вот. Игрок спасибо. Под номером 10. Ваши номера. Ну, я не знаю, почему вы игрок под номером 9 по другим не дали. Ну, может, времени у вас не хватило. Смотрите. Мне одно не понравилось. Ну, Юра-то поговорил, пусть на серого. Но почему вы двоечку дефаете? Но он уж объективно никак нагло, на красного не поговорил. Вот в чем нагло, суть. Он нагло, вы дефаете, типа. Непонятно. Потому что он неопытный слишком. Въехал и типа не мог въехать так. Ну, объективно он не поговорил. Вот. Мне проверка, ну, я согласен, с весной 1-2, но я бы проверил 5-7. Потому что 7 больше наезжал на пятерку. И вот там, может быть, это 5-7, как-то более логично, да. Было. Мне шестерка понравилась, как поговорил. Хотя он как бы и влез в этот паровоз 4-3. Я даже не знаю, короче, что делать. И получается, я пока вообще ни с кем не хочу играть, потому что я с двойкой... У вас очень большой паровоз на весь стол, а я с двойкой не согласен, потому что я уже озвучил. Двойка для меня не поговорил на красного. Вы все с ним играете. Вы все друг с другом играете. Поэтому я хочу просто разобраться. Спасибо большое. И, как я понимаю, здесь балагана никакого нету, поэтому... Ну, я не могу, как это не говорить, блядь? Только после смерти. Если убивают ночью, то после смерти можно убейте говорить. Мне нахуй, я бы сказал. Чем? Thank you.
он сделал свою проверку. Все спят и все просыпаются. Доброе утро, город. Но утро у нас, к сожалению, не доброе. Игрок под номером 7 умер. Ваши 30 секунд, поехали. Играли. Тебя не слышно? Слышно. Долг. Я до последнего хотел проверить пятерку, но это, наверное, было бы моей ошибкой. Потому что единственный человек, который сказал, да, надо проверить. И это меня натолкнуло на очень интересную мысль. А что, если госпожа Весна играет комиссара? Но проблема в том, что комиссар — это я. И я проверил игрока под номером 9. Я на черное. А теперь я вас попрошу, пожалуйста, самострелов не бывает на «я никогда в жизни после тысячи каток в первом круге не буду самострелить». Спасибо. Играйте от обратного. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И начинаем индивидуальное обсуждение с игрока под номером 2. Игрок так, смотрите, сразу всем ответь, кто подумал, что я пытался там напасть или задушить юрца. Я решил посмотреть реакцию. И каждый может играть по-своему, он может вообще никого в команду не брать, а может сразу нападать, как Весна это сделала. Камику я вообще не доверял, он в прошлой игре сказал, что если я красный, то номер 1 и 2 красный. Очень-очень странно. Для меня более подозрительный сейчас сидят игрок под номером 4. Обычно у нее такая доброта, ее видно, как-то чувствуется. А сейчас, вот как Весна сказала насчет игрока номера 8, но так как четвертый добряк-то, мужики, мафиози, четвертый добряк-то. То мы будем искать остальных двух. Ну, если, конечно же, Пинг сделал самострел, я верю его словам, и настоящий комиссар еще среди... А, нет, он же умер, да? Девятка для меня черная, да? Номер 4... Серый, но более черный. Буду играть с номером 10 и с номером 6. Выставляете? Ну, Бандос, я не думаю, что Бандос это. Выставляю игрока под номером 9, конечно. Выставлен. Игрок под номером 3. Фил, с кем ты будешь играть? С тобой и с номером... Сейчас, с кем я сказал? С 10. Мне просто сейчас искал 9 и 6. Фил. Так, ну, я вообще очень крайне сомневаюсь, что, если честно, что комиссар может самостреливаться, ну, типа, не комиссар, а мафия может самостреливаться, типа, в этом, а какая в этом логика, какая в этом логика, в этом нет никакой логики, поэтому глупо играть по какой-то, по двум версиям. На мой взгляд, значит, по первому раунду мне больше всего понравилось, как поговорила десятка, если честно, я думал, что десятку уберут. Не уберут не семерку, а десятку. Поэтому я играю с десяткой, я играю с четверкой. Для меня вопросы есть по восьмерке. Я верю семерке, то, что он настоящий комиссар. И для меня еще черный, пиздец, какой черный сидит Камик. Потому что он реально, как отметил семерку, Камик, блядь, вообще какую-то хуйню несет. Это просто пиздец. И типа он рисует 1.3 нас в команду, где он говорит, что мы можем быть как типа одинаковые, так и разные разномаст. Где более логичный разномаст, это где 1.2. И... А, второй не могу нарисовать. И Камика я бы запихнул, не знаю. Ну, Камик для меня вообще черный сидит, я хз. Опять же, по той речи. Я буду ждать, пока он будет что-то говорить. Но сейчас, поскольку проверка кома есть в девятку, поэтому девятка, ну, девятка, она и так выставлена. Хорошо. Игрок под номером 4. Ваши минуты. Объясняю симпл. Если я был бы черный, то есть я бы тебя не накраснил бы точно. Я бы тебя выводил бы как красного игрока, если ты красный. Понимаешь, в чем дело? Нет смысла тебя за красного, если я черный, я не буду тебя краснять. Зачем? Зачем мне это нужно? Голос твой купить? Мне это не особо не надо. Конечно. Ну ладно. Наверное, подожди, тогда троечку не подозреваешь, расскажи мне. Ну ладно. Девяточка уходит, смастерил мафии на первом кругу, конечно. Такое себе. Восьмерка очень сильно переигрывает. Ебать, эмоционально просто так переигрывает. Я сначала думал, что он красный говорил. Сейчас, бля, красный. Но когда, ну, блядь, прям, ну, так переигрываешь ты, Бандос. Прям очень мне не нравишься. Очень, очень. Камик вообще хуйню какой-то. Он сказал, что 2-4. Правда, но я красный. Двоечка, я так понимаю, красный. Что ты показал, что 7 черный. Ты показал, что 7 черный. Два... Да, семерка черная. Я сейчас объясню. И я получаю семерку у тебя. И единица. Я оставляю игрока номер 5. Хорошо, спасибо. Игрок под номером 5. Игрок под номером 5. Весна, кого ты проверил? Ты ком же, да? Ты проверила семерку? Блядь, ну пиздец. Ну, хуй его знает. Ну, смотрите, я объясняю, все нормально.
3 дефал единичку. Из-за этого у меня рисовалось, и они двое черные. Мне нужна была проверка тройки. Чтобы, блядь, ну пиздец, для меня это дохуя бы дало. 1 и 3 я бы знал цвета. Хорошо, смотрите. Шестерка для меня красная. Он первый меня вкинул, а семерка подсосалась. Я понимаю, как что может быть проверка такая? Ну, это вообще не логично. Это для всего не Я сразу это подумал. Для всего стало потому что он сразу шестерка сказала, вкинула меня, а семерка сразу подсосалась и говорит, ты все нахуй его. Я действительно, ну не то, что плохо поговорил. Я сказал, что 3-1 могут быть одного цвета. И тройка дохуя. Но девятки я не верю. Нахуя семерку проверять? Если говорили, пятерку проверь, тройку проверь, да. Блядь, дохуя вкидывали. Я не знаю, я буду, ну, типа, окей, я выставлен, девятку выставили. Выставляете кого-то? Восьмерочку выставили послушать. Вот как дефать? Условно, как можно сейчас дефать девятку? Вот как вообще, блядь? Ну, типа, знаю, это вообще, блядь, невозможно. Как камик не нравился, так и не нравится до сих пор. По мне, Simple, гражданин, поговорил хорошо. Фил, видно, что он немножко в тильте. Ваня хорошо, в принципе, разобрался в этом столе. Но у меня вопрос. Я тоже параною восьмого, но, смотри, девятка, которая сейчас сидит черная, она говорила про восьмого, и про этот же эмоционал. Я видел тему, которую сказал восьмой, он сказал, когда он выключил микрофон, он сказал, блядь, что мне делать? Мне не говорить, либо мне наоборот говорить? Вот этого я не понимаю. Либо он понял свою тему и переобулся, то есть, я не знаю, я вообще не понимаю. Бля, знаете, очень сильно хочу, чтобы это была та игра, в которой Пинг самострельнулся, нахуй, и мы сейчас все проебали, бля, вообще классно, на YouTube. Если честно, до сих пор ничего не понимаю. Поиграл бы так же 3-4. Еще мне понравился Simple. Поиграю 2-3-4, дальше посмотрю. Юру послушаю. Спасибо большое. Выставляете кого-то? 9-5-8 выставлено. 9-5-8. Давайте Юру выставим. Юру выставим. Угу. Игрок под номером... А, нихуя же говорить не будет. Не-не. А, Джонни... нахуй тогда не надо выставлять. Я забыл про это. Лысый из Бразерс, ваша игра. Блядь, потрясающий, блядь. Сидишь АФК, гандон. Начинаешь, блядь, играть гандон, блядь. Девятка, блядь, просто, которую вот семерка. Ну, вы, ребят, Пинг столько пытался с нами поиграть. И тут он берет и самострельнет в первую ночь мафии. Вы чё, блядь, прикалываетесь? 100%. Да хорош ты мне про книжки, блядь. Девятка просто с нулевки начинает на меня гнать, как не в себя, блядь. Потому что, ох, ебать, он ожил, нахуй. Ну, нихуя себе, действительно, казните меня за это, блядь. Рассказывай, ёпта. Девяточка отлетает 100%. Пятерка, камик. Ну я вот не знаю, ну девятки я не верю. Да это 100% черный игрок. Че ты, блядь, начинаешь? Я про нее не верю, не верю. И дефолса ты сейчас очень слабо. Да 100% она черная, хорош рассказывать, епта. Короче, блядь, я так же, как и играл, блядь, шестым играю, Вань. Епт. Ты не прав, я тебе могу просто так сказать. Сюда, блядь. А по поводу двойки, блядь. Ну чего вы доебались до пацана? Он, видимо, как и я, не так часто играет в мафию, не такой он эмоциональный, как вы, ебаный кибастос. Вот и вся правая политика. То есть двойка для меня тоже пока что красная. А кто? Выставляете кого-то? 9-5-8 выставлю. Нет. Нет, все, тогда нет. Я как заебал, насколько варятся, я ебу просто. Спасибо большое. Игрок под номером 9, ваша минута. Доброе утро, город. Очень крутая игра. Пинг просто похлопаю потом, еще обсудим. Он хотел интересной игры, он ее сделал. Он нашел меня комиссаром, я проверяла его, потому что он пятый люто называл черный и хотел его проверки. Поэтому у меня от седьмого пятый тоже дают его цвет. У меня пятый красный получается, потому что седьмой дает мне черный и стреляется. Где в 2-2 хотят выиграть. Где у меня пятый красный, а восьмой черный. Восьмой черный, где между 1-2 разбираетесь и 8. Я понимаю, что по правилам игры меня сейчас снимают, но седьмой я просто похлопаю, реально, просто самострел, нашел комиссара, просто молодец. Выставляю игрока номер 8. 8 выставлю. Разбирайтесь там, ищите 1-2-8, где он пытается, 7, который топил, слушайте, вспоминайте речь седьмого, где он называл пятого черным, поэтому я седьмого пошла проверять. У него была самая подозрительная речь. Восьмой у меня так сидел черным, седьмое была серая речь, поэтому пошла проверять по его команду. Спасибо. Четвертый. 4-5-9. Спасибо. 8 выставлен уже. Игрок под номером 10, Артем. Ваше место. Ну, госпожа Весна, вы же сами просили 1-2 проверять, а что же вы 7-5 проверили на первом ходу? Вот. Соответственно, восьмерка у меня красной становится, железной, потому что восьмерка бы не... Ну, девятка бы не впикивала восьмерку на первом ходу, уже говоря про его эмоционал, просто бы промолчала. Восьмерка красной становится. Ну, блять, у вас опять паровоз. 2-3-4. Все в пятерку втопили, кстати. Ну, пятерка, да, подозрительная. За счет своих речи. Для него еще под сомнением, что семерка типа комиссаром был ли, поэтому пятерка черный.
только из-за этого. Ну, а там паровоз, я не знаю, как разбираться. Как бы. Ну, 1-2, окей, в паровозе, может... Я хочу Юру послушать, вот, честно говоря. Хочу Юру послушать. Потому что... Тут не слушают. Бля, сложно, я ебу, блядь. Ну, он что будет говорить, как не слушает? А, блядь. Сейчас я думаю, выставление. Выставляете кого-то? Я с восьмеркой только поиграю. Ой. С восьмеркой, блядь. Игрок под номером 1, Юра, ваша минута. Слушайте, ребята, как можно с восьмеркой только играть? 9 сказал на прошлом ходу, подозреваю 8, а проверку 1-2. Но проверку дала в 7, значит 9 черная. Я сам красный свой цвет знаю, значит если 9 хочет проверять 1-2, и я красный, значит 2 красные, 2-9 разноцветно нарисовал все его по нулевке. Значит я играю с 2, из 3-4-5 самый красный для меня 4, играю с ним. Десятка сказал все правильно, играю с ним. Моя команда 2-4-10 сейчас, дальше. Девятка говорит, что 5-8, 1 черный, 1 красный. Значит скорее всего для меня не 2 черных или 2 красных. Будем разбираться, кто они. Соответственно, по остатку у меня получается команда 5-8 или 3-6. Голосую в 9, спасибо, пас. А вот Линза. Еще поиграем, Юра, еще поиграем. Так кардинально. Спасибо большое, игрок под номером 1. И у нас голосование. Точнее, у нас нет. 9-5-8 на голосовании. Итак, кто против игрока под номером 9, поднимите, пожалуйста, свои руки. Раз, два, три, четыре, пять. Извиняюсь. 6. Ну, короче, игрок под номером 9, ваша минута. У меня 6 минут, правильно? Ну, это было очень предсказуемо. Смотрите, разбирайтесь. 5 оставляю я, как комиссар этого города, оставляю 5 красный, 8 черный. После меня снимайте 8-го. 5 красный, 8 черный. И разбирайтесь между 1-2. Но пинг, реально, я просто зайду к нему еще на стрим, похлопаю. Все, спасибо. Спасибо большое. И все спят. Ребят, секунду, я, походу, вам это заруинил чуть-чуть. Я просто, ну, мне пишут, вот, что да, Саня, не совсем честно ты сделал. Я посмотрел, стримит пинг или нет. То есть, ну, я не заходил к нему на стрим, ничего. Я просто посмотрел, лофнулся он или нет. Это честно или нечестно с моей стороны? А что это тебе дает? И что? А что это тебе дает? Я объясню, что это мне дает, потому что, скорее всего, возможно, что ночью там жена, ну, либо позвонил ему кто-то или еще, он сказал, все, короче, мне надо уходить, поэтому давайте я самостреляюсь. Я вот как раз сейчас эту гипотезу хотел высказывать, блядь. Да похуй, ладно, давай играть. Чего? Нихуя не понял. Давайте, короче, дальше играть. Да, я думал, то, что ты подглядел чего-то, да это хуйня. Он пиздит, он пиздит. Да, короче. Я об этом, кстати, думал тоже. А он офнул, что ли, или что? Да, 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 его нету в это самое. Ну это типа мета-инфа, ну хуй знает. Ну как бы вот, парни, да. Последние 30 секунд будут у игрока под номером 10. Артём, твои 30. Я, кстати, думал насчет того на первом кругу, ну, когда пинг отстрелился, я подумал насчет того, что он обычно уходит в мафию в это время. Может быть, ему реально надо было куда-то идти, он отстрелился, будучи мафией. Ну, то есть, такая вероятность есть. Чё камик показываешь? Семерка черная у тебя. А девятка красная, значит.
Я не знаю, какую команду вам нарисовать. Юра, в принципе, все сказал. Если девятка была бы, допустим, черная, она бы 1-2 не запрашивала бы проверку. Спасибо большое. Спасибо большое. И начинается у нас индивидуальное обсуждение. Подожди секунду. Наверное, по минуте надо было давать вообще, кто уходит. Ну кстати, да? я согласен. Всегда минуты дают. Ну, 30 секунд мало. Нет, так Юра сказал 30 секунд. Я же не играю в эту хуйню. Спортивная мафия. Ну, хуйня. Пиздец, спортивная мафия, блядь. Ну, не хуйню в плане не отношения. Понятно. Короче, игрок под номером 3, ваша минута, поехали. А общего обсуждения, что ли, не будет? Нет. Его не бывает здесь. Это спортивная мафия. Спортивная, блядь. Ты спортивный вообще парень? Мужики, забыл, да, забыл, во что играю, В общем так, да, у меня не рисуется, например, в мою команду не рисуется единица, не рисуется пятерка. Пятерка до сих пор я не понимаю, почему пятерка рисует для него семерка, семерка для него черный, значит для него тогда девятка, девятка для него красная. У меня вопросы тогда есть. Я очень хочу услышать Камика, потому что на самом деле я бы сейчас выводил либо Камика, вот, либо восьмерку, потому что, если честно, восьмерка меня запутал с этой с мета-инфой. Десятка играла только с восьмеркой. У меня моя команда пока что это 2-4, то есть я играю 2-3-4. У меня единица вообще, ну, по моей версии, мне она не впихивается. Мне не нравится шестерка. Мне тоже не нравится. Мне шестерка никогда не нравится. Вот. Жду инфу от Камика. Выставляю игрока под номером... 4 игры подряд. Не, ну а что делать? Ну просто ты не вписываешься в команду. Выставляете кого-то? Я думаю, пятерку и так выставят. Я выставлю восьмерку. Выставлен. Пас. Игрок под номером 4, ваша минута, поехали. Симпл, я к тебе обращаюсь, что с нами играют, с тобой вместе со мной и с тобой играют две команды потенциальные. Это 1-3 и 5-8 играют две команды. Мы с тобой два красных сидим. 6 красный. Понимаешь, в чем дело? То есть поверить то, что Пинки отстрелился и девятая дала такие проверки, мне очень сложно. Понимаешь, в чем дело? Камик, ты показываешься же из бетона, что 7 черный? Как ты можешь так показывать? Я просто это не могу понять. Я его рисовал по нулю, прости. Не знаю. И в итоге девятка дала туда черную проверку, и ты говоришь, что... То есть, не знаю, почему она так сказала. Она просила проверку 1-2, и 8 подозрительно у нее было, она проверяет 7. Какая в этом? Какой в этом смысл? И реакция мне очень не понравилась. Нужно будет пытаться нам выставлять баланс, то есть нам нужно будет выставлять между 1-3, где 1-3 команды меньше, чем 5-8. Весна, если красная могла бы так остать, могла. Хотя и девятая говорила, что 8-й черный для нее был. И она, смысл ей было окраснять своих. Что мы их параноили. Выставляю... Камика выставляю. Выставите 5-8. Потом там 1-3 кого-нибудь. Игрок под номером 5, ваш. Смотрите, почему для меня пинг черный? По той причине, что я его рисовал по нулевке, как и 3-1. И сейчас 3 начинает 1-3, защищал единичку, а сейчас он начинает его вкидывать. Да я по нулевке. Они рассоединяют, они разбегаются, понимаете? 3-1, короче, моя минута. Выставляю троечку, можете убирать баланс меня. У вас, если 9 и 5 уходят 2 черных, потом выбираете 3-1. У вас не будет ошибок, чтобы меня пятерку не паранойил. Единственный я играю по девятому комиссару. Семерка для меня в нулевке, где шестерка просто вкинул вброс меня, а семерка подхватил и жестко втопил меня. И потом, блядь, семерка, я, блядь, смотрю, типа, он сам стрелится, ну, то есть, в смысле... Я смотрю, его убивают, и, блядь, и тут думаю, нихуя себе, блядь, а у меня семерка в черную команду. Я видел, как весна отреагировала. 3-1, блядь, начинают ссориться, где тройка, я говорил, почему 3-1, нужно проверку в тройку. Если тройка черная уходила, вернее, тройка дали бы проверку черная, значит, единичка автоматически черная. Потом... Да, я выставляю тройку. Игрок под номером 6, долбоёб вашим. А, я ничего не понимаю, блядь, я хочу обратиться к Филу. Я в какую команду не прохожу, блядь, какую, футбольную или в какую, блядь? Если я не прохожу в красную команду, то тогда я должен в черную команду пройти. Я сижу фулл серый у всего стола или что, не понимаю, почему меня никто не затрагивает, блядь? Я не понимаю, что происходит, блядь. Семерка для пятого уходит черная, блядь. Девятка для всего стола уходит черная. Блять, девятка говорит проверку 1-2, топит восьмого, блять. Я просто ничего не понимаю, блять. Восьмой фул поменялся, но при этом он мне наоборот больше понравился, чем он был до этого. Но до этого он был красным.
Девятка говорит в проверку в 1-2. Либо в 1-2 один сидит чел, либо это два красных. Либо это два красных сидит, которые нагрел туда проверку, чтобы потом кого-то из них убирать. Мне нравится. Я играю в пизду. Я играю сейчас только с Ваней. Играю сейчас только с Ваней. И все, блядь. Не знаю, Ваня играет со мной лет, мне похуй. Я буду смотреть. А, ну или два, блядь. Ну, блядь, 2-4, все. Я буду смотреть в 1, 8. Я не понимаю, ну честно. Блядь, 9 уходит, говорит 8, говорит в 1 и 2. Спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 8, ваш. Вот о чем и разговор, блядь. Если девятка была комиссаром, блядь, которая сразу на меня начала наезжать, какого хуя она меня-то тогда не проверила? Почему она туда, блядь, наверх полезла? Вот мне это непонятно, блядь. Опять же, блядь, Фил, каким образом ты меня записываешь в команду к Камику, на которого я сразу газовать начал, блядь? Как меня можно в пятерке вообще записывать? Либо я что-то тебя не понимаю, либо хуй его знает. Я по метанфе только сказал. А, по метанфе... А, да, значит, кто это? Ваня, кто-то... Короче, кто-то меня закидывал, блядь. Я вот, ну, ладно, проебал я этот момент, кто именно. А, по метанфе, вот попытался быть честным. Ребята, никогда не будьте честными. А, короче говоря, блядь, шестерка, ты говоришь, ты для всех серый. Нет, ты для всех не серый. Ты просто сейчас адекватно играешь, как красный игрок. Вот и все. У тебя интересно, ты пытаешься что-то там, блядь, понять и так далее и тому подобное. Поэтому для меня так и остаешься красным. Хорошо, ну, блядь, хотите меня выставить? Вернее, я уже выставлен. Не вопрос вообще. Но я вас уверяю, железобетонно, я красный, блядь. Все, спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 1, Юра. А, выставляете кого-то игрок под номером 8? Игрок нет, под номером уже выставлены. Пусть и поговорят. Тут у нас почти все. Спасибо большое, Вань, четверка. Я первый, кто сказал о том, что моя команда 2-4-10. Теперь игроки 3, 5, 6 говорят, что 2-4 для них красные. А варианта 2. Пятый либо сейчас играет очень неудовлетворительно, либо он черный. 5-8 команда, потому что 9... 5-8 команды не черных, а просто команды красных или черных, но они одноцвет. Потому что 9 говорит 8 черный, 5 красный. 9 говорит про этих двух игроков. 9 просила, 1-2 на проверку, проверила 7, твоя комиссар, 5. Алло, wake up, Нео. 9 черные, 7 красные. Хорошо, короче, 3-6 команда, 5-8 команда. Камик не хочет выигрывать, если он красный. Я ебашу в 5 и 8... Есть, ну, шестерка играет хорошо, если он черный, я готов проиграть его. Пускай меня опять выводят. Я, ну, типа, 3-6, 5-8, все. Это единственные две двойки, которые могут быть. По игре рисуются. 9 говорит проверку между 1-2, проверяет 7. 5 говорит, я черный, а 9 у него комиссар. Пьян? Спасибо большое. Выставляете кого-то? 8-5-3 выставлены. Нет, никого не выставляли. 5-3 выставлены. Нет, хорошо. Не выставили. Нас... Не, может, закон... Там же нельзя говорить. Там нельзя поговорить. Мы просто... Законопослушный гражданин, ваша минута. Смотрите, все очень просто. Я, конечно, сейчас скажу о первой ночи, но если все подзабыли, то сначала был выстрел, потом комиссар, а потом был дон. А так как был сначала ли выстрел, я не верю, чтобы он себя застрелил в соло, а потом только узнал, типа, блядь, кого он угадал. Это раз. Второе, да, говорили о номере 5-8. 5 для меня максимально черный игрок. Он до сих пор верит, что весна была настоящим комиссаром, при всем при том, что она должна была проверить или 1, или 2. Юрец для меня красный, Фил для меня серый, четверка красный, шестерка больше красный. Восьмерка, я не знаю, или 8 играет с пятеркой, или же пятерка играет с тройкой. Мне кажется, Вадя красный тоже. Но восьмерка, по эмоционалу он хорошо играет, по эмоционалу он не мафия. Все, спасибо. Я никого не выставляю. А кто выставлен? 8-5-3. Ну, я буду голосовать против Камика. Мне кажется, что он 100% вторая мафия. Спасибо большое, и у нас начинается голосование. 8-5-3 в таком порядке. Поднимайте руки, пожалуйста, все. Кто против игрока под номером 8, поднимите, пожалуйста, руки. Кто против игрока под номером 5? Камик, ваша минута. Я понимаю, красный, что вам сложно... Не, я понимаю, что вам сложно поверить на самом деле. Говорю, что семерка уходила черный. И это был Дон. И ты говоришь, Симпл, ты очень сильно запутался. Ты въехал в единичку. Тройка пытался вас помирить. А теперь он играет против единички. Тройка играет против единички. 3-1 оставшейся мафии. Я ухожу красным. И девятка была красная. Восьмерка? Восьмерку не вписывайте ни в какую команду. Но вас не будет. Вы либо выгоняете 3-1 по моему завещанию, и вы выигрываете. Либо просто проигрываете. Кто для тебя третий мав?
единичка, я не вкинул руку в девятку по той причине, и Юра говорит, пятерка, что? Пятерка. А я показываю ему семерка черная. Тройку а мафов, девятка... назови свою тройку мафов, назови свою. Тройка мафов, блядь, 1-3-7. Изи. Это игра изи, просто вы в это не поверите. А я семерку говорил, шестерку завещаю вам. То есть девятка для тебя, то есть девятка для тебя красная. Подожди, моя минута. Шестерку завещаю вам красную, где он аккуратненько меня въехал. То есть, потому что я хуево поговорил. Я говорил, почему тройка проверяется. Потому что если тройка черная, значит спасибо. Единичка тоже спасибо. Черная. И семерку спасибо. Я рисовал. Короче. А если девятка черная, все, для тебя кто черный? Спасибо. Спасибо большое, все спят. Понятно. Спокойной ночи, город. Все спят. И просыпается мафия. Всех, кроме игрока под номером 4. Я оставляю... Понимаете, в чем дело? Две причины, по которым Юра подозрительный для меня. И почему я оставляю его сейчас черным? Потому что он со мной пытался контактировать два подряд круга. Контактировать. К нему очень мало кто пытается к нему присосаться. То есть, когда он игрок красный, все пытаются от него больше этой темы. Ну, Юра, ну, я считаю все-таки, что ты игрок черный в этой игре. Эвелон, если... Понимаешь, в чем дело? Эвелон, почему ты для меня очень подозрительный? Потому что ты рисуешься в команду 3-6. Чем? Ты говоришь, что ты серый. Вот 6 говоришь. Ты говоришь, что ты серый. То есть ты ничего не понимаешь. И вот это очень легко говорить. Ты сам говорил. Бля, у меня такие синяки под глазами. Это просто пиздец. Мне надо на неделю выспаться, блядь. Для меня красные игроки. На неделю прям выспаться. 2, 8, 6. Баланс, такие, блядь, яичко такие, уходите, блядь, черные, потом такие черные синяки. Спасибо. Это просто пиздец. Спасибо большое. И начинается у нас индивидуальное обсуждение с игрока под номером 6. Это я. Короче, смотрите, почему 9? Почему 9 не может быть 100% комиссаром? Почему? Почему она вкинула в 7-го? Почему она сказала в 7-го? Да потому что 7-й сказал в нее. У нее не было возможности что-либо придумать. Это просто защитная реакция. Теперь я уверен 100%, почему она вкинула в 1-2 проверку, чтобы потом, потому что ее увели, чтобы 1-2 стояли красным. Юра, кстати, очень красиво на этом сыграл. Он сказал, что она кинула проверку в 1-2, значит, я 100%, я знаю свой цвет, значит, второй красный. Все, в принципе, играют со вторым. Это как бы нормальная была речь. Он проснулся утром. Вы когда-то видели симпла, который просыпается и говорит, блядь, ну 1-100% черный по первой речи, когда чел просто рассказал правила. Ну, то есть, типа, он агрессивно сыграл, этому все поверили. Базара 0, второй красный. Ну, блять. Что, Юр? Я не понимаю, если честно, ваши жесты очень сильно меня сбивают. Вы пытаетесь что-то показать, мне нужно отвечать или нет? Я что-то вообще не понимаю. Короче, 7 это 100% ком. 9 фейканул, сказал в 7 только потому, что ее выставил семерка. Один черный. Спасибо. Выставляете? Выставляю 1. 1-5-9. 1 выставлен. Спасибо большое. Игрок под номером 8, Бандос Папа ваш. Ну, в принципе, здесь, как я и говорил, я уже шестеркой играю, здесь я его полностью поддерживаю, потому что еще пану Левочке я сказал, что ну, Юра, ну, безумно, сука, довольный, прям такой, каким не был в предыдущих катках. Вот он прям, ай, блядь, зарадовался. Поэтому, пожалуй, я поверю Ване, поверю Вадику, что да, что единичка – это мафия. Очень странно, да, сначала на меня так хорошо катили, а оказывается, ребятки красные. Фил приуныл, блядь, ну, унылая мафия Фил – это вообще какая-то странная была бы хуйня лично для меня, честно говоря, блядь. Поэтому что, я предлагаю, ну, единичка есть выставлена, да, уже? А, ну все, я предлагаю просто убирать единичку. И, в принципе, то, что девятка была мафия 100%, камик мафия 100%. Поэтому я думаю, мы, скорее всего, и сейчас и выиграем. Вот все, спасибо. Спасибо большое. Игрок под номером 1, Юра, ваша минута. 5-8, одноцвет. Если 5 ушел мафии в бандос, то мафия ты. А я вот думаю, что 5 красный. Смотри, шестерка... Послушайте, пожалуйста, ребят, послушайте. Шестерка говорит, мафия 1-5-9. 5 как пизданутый с нулевки орет, что я черный. Почему с ним мафия вдвоем? 5 говорил, что если 3 проверится черным, то 1 черный. Почему? Одноцвет, он сказал.
Почему? Почему? Нет, он не говорил одноцвет. Он сказал, что если тройка проверится красным, он не говорил одноцвет. Он сказал, что если тройка проверится красным, то я могу быть черным, Вадь. А вот если тройка проверится черным, то я точно черный. Вот что сказал 5. Я думаю, что пятерка красный, а 5-8 одноцвет, 3-6 одноцвет по остатку. Двойка красный, с четверкой я играл, с десяткой играл. Вы 3-6 убили всю мою команду, четверку и десятку. Сейчас купили восьмерку. 3-6, мафия, я выставляю 3, выставляю 6. Но я не против уйти. На самом деле, Вадя очень хорошо играл в этой игре. И если он черный, а он, скорее всего, черный, он выиграет, я не расстроюсь. Он молодец. Но сейчас, Вадь, 1-5-9 плохая команда, которую ты нарисовал. 1-5-9 нет, неплохая команда, могу объяснить. Нет, плохая. Вадь, ты черный, я красный, я сейчас проиграю, мы с тобой это обсудим. Нет. Все, 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 все. Время вышло. 3 выставлен. Игрок под номером 2. Короче, не хотел перебивать, но я пытался. Я думал про тебя, Юра, и думал, кто тебя мог дефать. И я помню, как сказал Камик, проверьте третьего, у него такая же роль, как у первого. Вот что он точно сказал. И он еще сказал, это мне многое даст понять. Ну, у меня или единица, или же тройка. Вадя, я верю, Бандосу я верю. Фила, хочу просто послушать, выставлять я, конечно же, Фил не буду. Сложно. Но, скорее всего, Юра. Он уже скорее выставил. Всего, Юра. Уже выставили, да. Ну, какая разница? Все равно мы убираем или Юру, потом решим. Я думаю, что Бадос и Вадя — это 100% красные. Обычно Юрец в предыдущих играх не говорил. Мне будет не обидно проиграть, если ты черный. Такого я еще ни разу от тебя не слышал. Спасибо. Да, шестерки. Я знаю. Выставляйте, 1-3 выставлю. Выставляйте кого-то? Нет, я никого не выставляю. Спасибо. И Фил, ваша минута. У меня проблема в том, что значит, Юра говорит, что если пятерка красная, то значит тогда и девятка красная. Но тогда семерка уходила черной. Тогда вопрос, какая может быть команда? Если на столе одна мафия, то я бы, скорее всего, убрал бы единицу. И для меня эта команда, это получается 1-5-9. Почему ты говоришь, что шестерку ты говоришь после игры? Ты с ним поговоришь. Для меня это точно такая же команда. По остатку у меня остается еще восьмерка и шестерка. Я шестерку просто пока подозреваю, потому что он на части... Он не вяжется до определенной поры, он не вяжется ни в какие команды. До определенной поры. А потом начинаются вот эти расспросы, куда его пихать и так далее. На данный момент самая очевидная команда — это 1-5-9, где девятка попросила проверку в 1-2, пятерка старалась как-то замазать и отвести подозрение. И он просил проверку в меня. Хотя, ну, типа, я игрок красный, ну, короче, эта проверка вообще ничего не дала бы ровным счетом. И непонятно, что дала бы для Камика. То есть, если бы Камик оставался, мне бы интересно, типа, что в итоге получилось. Вот, я буду голосовать в единицу. Всем спасибо. Спасибо большое. Итак, у нас 1-3 выставлены, и начинаем голосование. Руки поднимайте, пожалуйста, все. Кто против игрока под номером 1, поднимите, пожалуйста, свои руки. Юра, твоя минута, пожалуйста. Команда 3-6. Все 4 игрока в меня втопили. Я с 1-5 не вяжусь никак. В команду 2-8. Вы должны слушать аргументы, а не ухмыляться во время того, когда говорят игроки, которых подозревают. Потому что вас две мафии накручивают, типа, мозги вам накручивают, вместо этого вы, типа, ухмыляетесь и говорите, да, я понял. Ну ладно, Сипла я еще больше понимаю, Бандос, надо чуть повнимательнее послушать. Но на самом деле я не против проиграть, потому что 6 сыграл хорошо в этой катке. Камик не говорил того, что 1-3 одноцвет, он сказал, что если 3 черный, говорил. Значит... Посмотри в самом начале, Камик... Вот честно хорошо, скажу, Вадь, я прямо Камик... сейчас, когда игра... Вадь, секунду. Юр, Камик это наш Дмитрий Лис, как будто. Я договорю, игра закончится, мы это обсудим. Камик такого не говорил. Он сказал, если 3 черный, то 1 черный. А вот если 3 красный, то это не значит, что 1 красный. У Камика было очень предвзятое ко мне мнение с нулевки. Зачем 5-й мафия будет топить 1-го мафию? Этой команды нет. 1-5 команды нет. 5-й говорил, что для него 9 комиссар. Я был тем, кто в том числе переубеждал его и весь стол. Не может быть 9 комиссар, комиссар 7. Спасибо, я мирный игрок. Бля, башка заболела, я ебу, блядь. Нет. Да тут с победой нет, поздравляю. Тут фишка в том, что... Я заруинил, Юр, извини. Юр, давай. Проблема была в том, что с Камиком вязались, к сожалению, все. Юр, как бы ты ни старался... Нет, давайте, я извиняюсь. Давай Камика спросим. Камик.
Ты говорил, что 3-1 точно мужики. Одноцвет. Или нет, сказал, что 3 черные, я сказал, если тройка черная, вот, то единичка тоже черная. Спасибо, если тройка красная, то единичка может быть черная. Вот, так, дайте мне клип. Я помню, он сказал в самом начале своего хода, что 1-3. Юр, хорошо, ну типа, может я... Мужики, завтра будет мафия. Я вам точно могу сказать, что я подустал от Эйрелла. Завтра будет мафия, скриньте. Скриньте, иначе, бля, хуесос говно. Скриньте, завтра будет мафия. Момент, который я запомнил, скриньте. Ой, завтра будет хоррор. Мне тот не нужен был. Мне нужен был первый момент. Мне тот. Юр, извиняюсь. Камику вязались все. Бандос, а что это за тема была? Камик окраснился после того, как очернилась весна, потому что она в него вкинула, да, то, что я, да, надо. Я извиняюсь перед Мирным, то, что я не в конце на своей речи сказал, что убрать единичку. Я извиняюсь перед Юрой, потому что тройка рисовался, и 1-3, и 3-6. И тройка должна бухать. Типа извините. 5 так по-черному тут играл, и что... тройку надо было оставлять. Смотри, Ванек, в чем суть? В чем суть? 5 играл по черному, а 8 проснулся, да, и сказал, да, извините, я заметил. Значит, 8 красный. Если 8 красный, значит, 5 красный. Значит, черный только 3-6. Mm-hmm. Самое эпическое это было от Бандоса вброс. Зачем? Я, типа, там, я подумал, что он мафия сразу. Весна, мы не могли. Я, объясню, я почему. Сидел, думал все время, чтобы тебя задефать. Никак. Я не мог просто. Там никак. Не надо было. Там пизда была полная. Никак не задефать. Знаете, можно единственное скажу по правилам? По правилам игры, единственное, сейчас замечу. Смотрите, второй на своей речи сказал, вот последняя речь была, я не люблю, вот я считаю неправильно апеллировать ночной информации. Неважно, кто как просыпался, это не игровая информация уже. Это, этим нельзя апеллировать, это только рушит игру для черных и так далее. То есть ночная информация проверки, да. Но кто когда чат, просыпался, я под пивку, вот этот, не вот, принцип, проходил, кто там я, шевелился типа, и так далее, не пью, очень редко могу выпить, очень, очень редко. Поэтому прошу город. Кто давно смотрит, я там один раз было, когда что-то, по-моему, два дня подряд какой-то очень вкусный. А я вот не понял, почему Юре не понравилось то, что ты дала проверку в 1-2, как фейковый комиссар. Это же наоборот охуенно. Чтобы Юра проснулся, сказал, я знаю свой цвет, значит второй красный. Она показала, что она 7-го проверила, он черный. Да, а я объяснил, почему она проверила 7-го, потому что 7-й втопил в нее. Нет. Ты хочешь сказать, что это плохо, что она сказала? За 100 самых пьешь, я шлюха, что ли? 7 проснулся и сказал, 9 черная. Ну и что? И да, она, нормально, потому это что она проверка. Не знала, потому что она не знала, что говорить, я сказал, потому она и сказала, что 7 черная. Она типа его проверяла, хотя она просила 1-2, потому что она просто ошиблась. Понял? Ну, то есть, ну она не знала, она не приготовила речь, она не ожидала. Да мы с камерой взрывили, я в конце должен был тройку оставлять. Ладно, мафия, простите, я вам попортил чуть-чуть игру. Ребят, нет, ну на самом деле в этом плане разные портят, я там тоже сливаюсь. То есть, все, самое главное, это просто опыт, и чем больше мы будем принимать такой негативный опыт именно на черных картах, самое главное, чтобы мы просто делали выводы, и чтобы получали удовольствие. Я опять у Фила ни в какой из команд, бля, я ебал. Да подожди, так же... Хоть да куда мне тебя пихать, бля? Будем, да. Я вообще не понимаю. Я тебе либо никуда не пихаю, либо я с тобой играю, потому что ты типа на мирно, нормально, у нас сходится типа аналитика. Спасибо, блядь, за то, что слушаешь. Я говорю, я вообще не понимаю, почему мы всех успокаиваем после игры. Проебали. Вы меня, блядь, сучки первого убили. Я что-то разоряюсь. Ребят, еще раз. Я должен бежать, мне через 4 часа на работу, завтра пиздячить еще 10 часов. В общем, вы меня простите, пожалуйста, все, если я вдруг кого обидел, особенно Фил, мой сладкий, да, прости, там за чатик. Я тебе, чувак, ты знаешь, правда. Я тебя люблю, обожаю. Серьезно. Ну, поэтому я побежал. Пинг, а что там с обещаниями? Мне накидали книги? Нет, я ничего не знаю. Они 3-3, да? Они в 3-3, да? Вот если в 3-3, то тогда был бы стриптиз без проблем абсолютно. Я думал, что у тебя получится сделать так, что я, типа, черный самострелился в первую катку. А так, сорян. Я очень сильно надеял, потому что у тебя был шанс переубедить. Ну, ничего. Мальчишки, девчонки, спасибо вам большое. Я думал, вообще Картмана выебу сейчас, когда у меня опять мафиоза. Пока, мои хорошие. Я в ахуе. Я так орал, я в ахуе просижу. Че, играем же еще? Мирного, он мне показывает мафиозе. Бля, я что-то подзаебался. Ладно, я не знаю, если... Еще одну. Я устал. Да, давай еще, Фил. Идите водой холодной мойтесь, блядь. Бля, не высыпай, я не высыпаюсь просто нихуя, блядь. Тебе надо тренироваться, блядь. Давай играть дальше. Саня очень стал, правда. Я прям вообще пиздец. Я просто никакой нахуй. Ты тоже Вадя хочешь? Да, я все, я вообще, блядь. А ты, Ванька, хочешь? Ну, одну карточку еще может, в принципе. Да где мы народ сейчас наберем? Народ-то наберем. Сейчас придумаем где. Народ я набрал сегодня во второй игре, блядь, пиздец. Когда Симплот оттулил, блядь, пиздец. А если бы ты хотя бы на девятку подумал, я бы вообще про тебя не заговорил, серьезно. Сань, мне там надо было переобуться в Бандоса. Против шестерки, да, я знаю. Да, и затопить шестерку. Но я почему-то...
Ты, мужики, ну ладно. Сначала девятка, вот это как раз. У Бандоса, вот это идеально. Завтра утром можно на картон купить, идем. Вот она прям бьется, он красный. Залипаю я его. Бля, мне так похуй, бля. Вот это, знаешь, это прям все, бля, красный, все, пизда, бля. Как играть против него, не знаю. Вообще просыпается по первой, говорит, блядь, ну, я думаю, блядь, первый. Мужики, причем тут Бандос? Бандос просто в том моменте... Да, блядь. А короче, как мы комиссара в пинке нашли? Я сидел на третьем слоте, выпутаю. Короче, выпутаю. У меня между 7-1, он очень сидел, просил проверить. Я сидел на третьем слоте, он сидел, типа, он сидел на четвертом. Я хотел один, по-моему, ебать, или 10. Я сидел в самом конце, где есть аналитика, выпутайте. Потому что никого в команду не взял, типа, и что меня как на комнату. Ну, я тоже на 11. Так тебя черным можно было нарисовать. Да. Мне все спамят, Сипл, а ты понял, что ты проиграл вообще? Мне все спамят, скажи, Сипл, он проебал. Я, кстати, думаю, что он выиграл. Сипл думает, что он выиграл замену. Да? Да. Серьезно? Секунду, ребят. Ванек. Симпл сказал, мафия, извините, что я вам игру испортил. Сейчас он придет, сейчас мы ему расскажем. Игру покинем, бля, реально, я подсыгать подустал. Если не мотался с двух часов, типа, меня тусит там в чате, пиздец. Ну, я запутался. Я реально, блядь, Я не могу сейчас рофлить. Ну, типа, реально, бля, очень тяжело рофлить. Да, да. Нет, просто я за сегодня просто пиздец как устал. Вань, а помнишь, что я сказал, что я, типа, я ничего не понимаю? Понимаю, я не в этом плане сказал. Я сказал, что про меня никто ничего не говорит. Меня это взбесило. Потому что я сижу и не хочу отсиживаться. Я хотел мнение о себе. Я поиграл... Я, блядь, когда еще играл 4, я забыл вообще про 2, блядь. Ебать душка, блядь. Моя ошибка кардинальная, что я 2-8. Для меня железно-красные игроки. Я им сказал убирать единичку железобетона. Это моя самая основная ошибка. 3 убирать. 3, потому что 3, 3, 6, 3, 1. А вот стрелять ты знал куда, да? В смысле? Артур, можно в комнату? Я Ваде говорю. Маловероятно. Даже если мы берем... Насатого, да, захуярить решил? Ну, это как раз я стрельнул. Я, блядь, знал. Я знал, что Юра сейчас скажет, что есть две команды. Я знал. Но я тебя ломал в 5, потому что 5 намудрил такого. И там похуй было, что ты скажешь уже, понимаешь? Не настроен. Ну, ты слышал 5, да, что говорил? Ванек, если ты говоришь 3 черных, то потом 6 говорит. 5 был красным, завещал 3 черные, значит 1 черный. Вот что сделает 6. Типа, если, ну просто если вы, 3, вы 6, пересекаете скажешь, грани, когда я говорю, я устал, и типа я не готов рофлить и прочее. Там, типа, вы все равно давите. И... Ну, короче, тот, кто значит, там миллион девочек пишет, ну, типа, вы просто неправильно. Здравствуйте, я тут. Миллион девочек. Одна есть, пока нас. Бля, короче, Симпла, походу, я не дождусь, блядь. Сейчас, блин, подожди. Филипп, я хочу услышать что-то там мнение. Да я хуй его знаю, я могу одну сыграть, я что-то вообще не уважу. Я вообще пизда не уважу. Я вообще не уважу, бля. Бля, я вижу, как ты не вывозишь, выиграл последнюю. Да, я когда, короче, когда с Филом сидим, он начинает про меня говорить, пожалуйста, думаю, хоть что-то скажи, либо черный уже, либо красный. Он опять мне говорит, ну я не знаю, куда я вел. Да подожди, тебе некуда пихать, бля. А тебе самое интересное, кроме Юры, не, кроме Юры, смотри, кроме Юры, который нарисовал тебя со мной и типа 5 нарисовал 8, тебя тоже никуда не пихали. Тебя не брали ни в какую команду, в этом прикол. А ты до меня доебался, ну по качану. А ты меня доебался, что я тебя не пихаю. Так мне тебе некуда пихать. Два сказал, что все хорошо. Ну два он такой, он типа, он сказал два, потом у него три более-менее нормально. Ну так, блядь. И восьмой играл. Восьмой вообще играл. Ну, на себя хуй создан. А я, знаете, я в этой катке, короче, для себя решила, типа, своих черных вообще не трогать. Типа, вообще обойти как-то стороночкой. Когда я так делаю, мне все равно уебывается. А мне наоборот, мне очень понравилось то, что ты кинула проверку в 1-2, и я потом... Я уже когда просыпался утром, ну, то есть, я знал, что Юра будет говорить 3-6 или 5-8, я сразу... Я не мямлил, ничего, я сказал, что... 1-2 проверка, 2 красные, 1 черный. Немой лицемер. Это Симпл мыться ходит или куда? Бля, мужики, ну типа... Бля, не знаю, на первый этаж надо отжиматься, блядь. Запотел, выиграл катку, пойду помыть. Бля, иногда хочется взять офну, типа, но ты, если понимаешь, если ты офнешь, то ты будешь, то ты просто поддашься тем, типа, ну, типа, школьникам, которые тебя провоцируют на эмоции, если ты офнешь. И, типа, ты... Мне пишут просто, типа... Знаешь, что мне пишут? Опять же, типа, баня... Два не пол, вариант, потому что он возьмет и зарегистрирует новый аккаунт. Ну, то есть, получается, надо терпеть. Надо дождаться этого. Получается, надо терпеть. И типа, оставляют поток для тех, кто реально хочет смотреть. И кто понимает игру, они просто приходят порофлить. Я не прочь порофлить, но когда есть силы, у меня нету силы. Нарисовать третьего. Ну, то есть, типа, вот за черного сложно нарисовать иногда третьего. У меня из-за 2 киллов у меня никуда Юра нормально не помещался. Я никогда не буду это доказывать. Это то же самое, что доказывать добро и зло. Не
помещался. Есть люди, которые всегда будут за добро, есть люди, которые за зло. Человек, который сидит, ну, типа, сидит, условно говоря, топит за зло, ты никогда его не переманишь. А знаете, кстати, еще какая проблема была? Мы договорились. Также человек, который за добро, ты его не переманишь. Ну, как бы можно переманить, тут уже сложнее. Мы сыграем с восьмым. Я не буду объяснять для тех, кто не понимает. Или топим восьмого. Для тех, кто понимает, я не буду объяснять, потому что не понимаю. Она, короче, топит восьмого, мы просыпаемся утром, а говорят, что она черная, бля, я сижу. А что с восьмым-то вообще делать? Вроде как бы и тебе он не нравится, Вань. И вроде как бы и пятому он не нравится. Не, он, понимаешь, в чем дело? Он был вроде красным, но настолько, сука, переигрывал эмоционально, что я прям... Я не переигрывал, я просто по приколу уже вошел в раж. Нет, ты по-другому, ты до этого просто сидел, ну мне пофиг, у меня нет позиции. А сейчас прям был вот так вот. А ты давно играешь, Вать? Нет. Мафию. Я хочу написать симплу, что он проебал. Сейчас, подожди, я спрошу. Бля, можно на характере Уберласт, конечно. Пусть они ему наоборот все пишут, что с победой, симпл, с победой. Саш, ты пойдешь Уберласт? Саня. Вать, ты Уберласт пойдешь? Да не, все. Че, слабый, что ли? Я ебал, нахуй. Слабый, что ли? Пиздец, слабый. Уберласт, бля. Мне завтра на стрим к злому, потом сразу в зал. Потом у меня с Макривским стрим. Короче, в пизду вообще, блядь. Завтра залу поебанная. Надо устал. Устал, пизда. Застримился. Работяга, блядь. Юр. Юра. Он там утром. Юра там ушел в себя тоже. Дед, ну ты пиздец, я в ахуе, я сидел. Да я, короче, семерка, буду тебя на комиссар, почему он меня так топил, да. Ну, бля, а для меня она реально по-красному, ну, то есть, я единственный, который смотрел вторую. Драками, красава, зато ты топил до конца. Там уже был момент, когда всем понятно было, что пизда, ты такой, всем черный. Да, я тут камень, ты звон? Да. Мужики, если вы хотите пофилософствовать, я не прошу тебя пофилософствовать, но не сегодня. Ну, говорят вчера. То, что типа вы говорите добро и зло, это понятно, что ты горел, это формальность, но это так привычно объяснить. Это вранье, я не горел. Типа я не философ, но я... Да, ну я тебя топил 3-1, да. А что, камень? Старая ситуация, смотрите, объективно. Смотри, почему ты сказал, что если три любой раз, когда всякий раз, когда я не прав, когда я знаю, что не прав, я всегда... Смотри, было такое. Было в тройке дело. Дело было в тройке, потому что... Юр, было такое, один три черные. Бля, надо ливнуть. Было такое, один три одноцветный. Который читает чат и то пирпатов. Ну, не читает же. Ну, он не читает, но у него находит черный. Если три красные, то один не факт, что красная. Как чувак, он камень считал, что 3-1 черный это самое вероятное, а менее вероятно, это 3 красные, 1 черный. Я понял, как мне нужно было, короче, все. Я понял, что я не понимаю, как почему ты нарисовал, что у меня 12 черный, то 1 черный. Прям, вы можете одного добрать, я тоже тогда пойду. Я понял, но троечка тебя начал окраснять, понял? Типа, пизда, я не могу, блядь, мне глаза долбятся. Ну, типа, это насилие будет. Да пизда, что-то я не могу, блядь. Где симпл, ебать. Саня, Фил, улыбнись, Фил. Не могу, бля. Симпл смотрит сейчас. Слышь, Юр, скоро пойдем, типа, попроще станет, блядь, встретимся на следующей неделе. Я что-то, блядь, пиздец, встретиться хочу, но, ну, блядь, не получается вообще нихуя. Я жду каждый день, как мать солдата с войны. Понял, блядь. Ну, мы либо вдвоем встретимся, либо со Стасом втроем, блядь, посидим, где-нибудь пожрем, что-нибудь поделаем. Я понимаю, что на мафии трудно играть, Фил, не заебывайся. Все в порядке, что ты, блядь, что-то раскиснешь. Да там, блядь, там такая душка пошла, вообще, я ебу просто, типа, блядь. Короче, всех там, ну, короче, блядь. Да. Там шестерка хочет поиграть, говорит, не, Фил, ты уходи, а я вот не подведу пацанов, бля, ребят, это самое, вот шестерка хочет поиграть, поэтому, бля, завещаю вам шестерку. Сань, подожди. Подожди, Вань, дай мне, пожествовать, дай. Пусть назад команда. Ты понял, кто выиграл или нет? В смысле, гражданина, не? Нет, Симпл, вы проебали, как и мы, мафия 3-6. Я мафия, Сань. Да? Да не, вы пиздите. Не, блядь, нет, а ты чё? 3-6-9, команда. Бля, ну хуй я с вами сейчас буду играть, серьёзно. Говорит, помог мафии, говорит, извините, мафия, говорит. Сань, короче, ты отошел сейчас на пару минут, и типа все чаты на всех стримах, на которых я зашел с телефона, пока отходил курить, они все ебашут, типа, Симпл, не понял. Я думаю, в смысле, не понял. Он сказал, он услышал и отошел, поэтому. Я возвращаюсь сюда, а тут единственная тема обсуждения, это, блядь, Симпл ушел, не понял, кто выиграл. Сань, так, мы тебя 10 минут ждем, меня в чате ждуны, от просто этого тебя. А мне типа раз, когда мне Симпл такой после говорит, блядь, ну ты хуёв, стирал, реально, блядь.
Саймон. Когда, после последней? Ну да, ты мне сказал, что я сегодня хуёво отыграл две игры. Ну, Вань, конечно, ну, ты же хотел спать, в итоге ты остался, я правильно понимаю? Не, я остался, чтобы дождаться, сказать, что ты проебал. Ну все, съёбался. Карман, а ты нас потасовал? А кто за бля, всё, ну это хуёво, вам, ребят. Блядь. Пиздец. Фил, бля, ты чё, охуел? Да за что, что, чё? Рафон-новичок, блядь, в деле, блядь. Сань, ну тильт получается. Да проебал. Нормально. Да Юра, блядь. Он пошел уже победу. Он пошел победу отбрасывал уже, блядь. Не, я даже не думал. Блядь, я просто вернусь хочу, я не увожу, блядь. Спасибо, всех обнял. Ой, давайте, нахуй, Фил, давай, спать уже, заебешь, блядь. Можно, да. Давай, нахуй, Берлас не сумел даже, блядь. Спасибо, блядь. Самое интересное, блядь, ливает еще, блядь, Вадик и пихает мне, блядь. Ой, да Вадик, у него горшок звенит, он каждый раз, я 2 часа постремлю, я спать хочу, не могу. Да, блядь, я всегда, смотри, типа, до последнего просто играю. Ну, нет, если, типа, вообще никого нет, я готов, типа, одну игру сыграть. Если я уберлась, то я...